В городском округе прошла экологическая акция партийного проекта «Единой России. Чистый лес». На территории Малаховского лесничества собрались люди, которым не безразлично состояние окружающей среды и кто готов внести вклад в сохранение и развитие зеленого фонда. Ведь мы не только часть большой страны. Музыка и песни для рабочего настроя. Участники акции вооружаются мешками и перчатками. Для уборки леса все есть. Главное – желание. Наш лес – это наша жизнь, наш воздух, наше здоровье, в конце концов. А если он будет загрязненный, то у нас и здоровье будет загрязненное. «Чистый лес» – это реализация национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Акция стартовала в мае и рассчитана на 3 года. Комитет лесного хозяйства Московской области выделил 20 площадок по всему региону, где в этом году пройдет массовая уборка. Среди них оказался и участок Малаховского лесничества. Мы хотим очистить от мусора, убрать валежник, убрать валяющиеся ветки и вообще сделать нашу природу комфортной для наших жителей. У нас тут работает сразу дробилка, мы не уезжая из леса, в общем, не нанося экологический урон, да, дробим деревья на месте. С точки зрения мусора не загрязненные, а с точки зрения сухостоя, там вот старых деревьев, да, есть. И достаточно серьезное такое. Вот хорошо лесники нам помогают, они сейчас большие сухие деревья пилят на части, и мы их вытаскиваем. Но это такое серьезное мероприятие. Но я всем советую, в субботу лучшей зарядки нет, еще используй для общества. В акции «Чистый лес» приняли участие более 100 человек. Результатом их работы стало 8 кубометров собранного мусора и 50 кубометров передробленной древесины, которую отправят на дальнейшую переработку. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.